Ну вот, Милат, наступила весна. Да. Сегодня у нас 2 марта. Прекрасная погода. Милат, вот как раз Милата забрали со школы. Заказали ему еду. Да, Милат? С нашего кетеринга. С нашего же кетеринга, да. И сами же доставили. Да, Милат? Да. Вкусно? Ну, отлично. Кушай. Будь здоров. Набирайся сил, после тяжелого, скажем так, дня. Школьного дня. Весь день в маске. Весь день в маске, тем более, да? Да, маски. Тяжело вообще в маске, Милат? Скажи вот. Да. Тяжело, да? Угу. То есть без маски, конечно, намного лучше. Да. И на уроках вы сидите тоже в маску, да? Да, это я вообще не могу. На перемену как? Когда пауза? Пауза. Тоже в масках. Короче, вы в школе и внутри, и, да. Короче, когда в сад выходите погулять, всегда в масках. Да. Да, это, конечно, тяжело. Будьте все здоровы. Да, ребята, оставайтесь все здоровыми.